вашу почту. Всем привет, дорогие подписчики. У меня есть небольшая проблема. Я не сошел с ума. Я делаю новый ролик. Откройте вашу почту. Вы это слышите? И у меня такое ощущение, как будто бы это у меня в мозгу. Девушка какая-то говорит мне: откройте вашу почту, откройте вашу почту. Я открывал свою почту на компьютере, но она не открывается. Откройте вашу почту. Да какую почту? У меня нету почты! Нету почты! Зачем ты... Я закрывал все. Может быть, это какой-то вирус или еще какая-то проблема. Но эта девушка меня уже начинает бесить. Откройте вашу почту. Ты задолбала меня. Я не открою почту, потому что у меня нет долбанной почты, которая нужно было бы открыть. Короче, она еще говорит: откройте вашу почту. Откройте вашу карту, говорит. Какую, блин, карту? Что это? Ну, уйди с моего компа, я даже не знаю. Я не знаю, что нужно делать. Я представить не могу, что нужно делать, чтобы ее заткнуть. Мне что? Откройте вашу почту. Мне придется, что ли... Мне же придется, короче, этот Google Chrome удалять, что ли, или что? Спасайте меня. В комментариях напишите, пожалуйста, откройте, что это такое. Вирус почту. Какой-то. Может быть, вирус, я на этот... Ответ Mail.ru посмотрел, там пишут, что, короче, это типа... На рекламу нажал. Ну, я вот нечаянно, наверное, нажал на рекламу. Да, такое возможно. Я в YouTube откройте что-то... Откройте вашу заткнись! Почту. Это... Сейчас было как этот... Как... Адвокат! Похоже. Похожая реакция у меня. Капец вообще! Откройте вашу почту. Давай, скажи еще раз. Скажи. Откройте вашу почту. Вот. Короче, скорее всего, я на вот эту вот рекламу нажал. Сейчас покажу вам. Подождите секундочку. Сейчас секунду. Так вот. Если вы видите, никогда не нажимайте на вот эту вот рекламу. Ну, так пишет вообще на самом деле Mail.ru. Что люди, которые там... Скорее всего, я нажал на эту рекламу. Хотя что-то не уверен, потому что я не помню, чтобы я на нее нажимал. Может быть, нажал реально, а может быть и нет. Ой, короче, вон, видите, у меня там все разрушено, все разрушено, потому что я снимал новый видос. Ла-ла-ла-ла. Вот, который вы уже, наверное, посмотрели. Это видос «Окровавленный». Сорвался голос, вообще просто из-за этого не смог записать с Никитой Saints Row новую часть. Хотя там планируется просто адовая интересная штука. Вот, так что не пропустите, подписывайтесь обязательно на игровой канал, мы там будем выкладывать всякие видосы. Вот, вчера еще с Мишкой засняли тоже парочку интересных видео. Ну, мы любим, знаете, такие игры, которые не слишком популярны. Мне в личку пишут, что... там, поиграй в какие-нибудь популярные игры. Ну, блин, ну, очень много летсплейщиков в них играют. Вот, хотели, чтобы я поиграл в эти... Скажите мне... ужастики, хорроры. Вот я никогда не играл в ужастики, в хорроры. И меня очень просят, типа, поиграй в ужастики. В личку постоянно пишут. Если вы хотите, реально, вы под этим видео напишите, что это... Да, поиграй, прикольно, посмотрим. Только на камеру, типа, чтобы это... Или без камеры. Ну, короче, напишите, что хотите. Вот, если реально хотите, что увидеть мою реакцию на всякие пугливые хрени, вот, то... Давайте, конечно, я с радостью. А если не хотите, то пишите, что не хотим, не надо. Вот. Это все будет на игровом канале, то есть я, опять же, никого не заставляю там подписываться. То есть кому нравятся игровые видео со мной, то подписывайтесь на игровой канал. Тем, кому не нравится, пожалуйста, не нужно это абсолютно. На влог-канале этого не будет. Естественно, на основном канале тоже не будет. Вот, то есть то, что с играми связано, это все на игровом канале, то есть где я играю. А на основном... Как всегда, песни, как всегда, литералы, много всего интересного. Я тоже вот новость такой, раз я уже влог начал вести с этой девочкой, откройте свою почту. Уезжаю в отпуск. Да, у меня 2 отпуска, потому что у нас тут в Мурманске, мы жители Крайнего Севера, нам дают отпуск 52 дня, не 30 дней, как во всей России, а 52. Вот, поэтому мы делим отпуск, то есть мы чуть-чуть отдыхаем там летом,
ну как чуть-чуть, месяц, вот, а все остальное отдыхаем еще когда-нибудь. Вот, мне нужно выбрать остальные дни, так что я еду, и у меня будет сюрприз, если получится, я кое-что сниму, потому что еду за границей, кое-что там, кое-куда, может быть, мне получится попасть. Если получится, то я обязательно во влоге об этом скажу, но я пока ничего не буду говорить. Так что такие дела. Спасибо, что смотрите. Пока!